В рамках проекта «Клуб выходного дня» в Доме молодежи прошло традиционное мероприятие для молодых семей «Полезная суббота». Подробности смотрите далее. Клуб выходного дня «Полезная суббота» в очередной раз прошел в Доме молодежи под названием «У стильных родителей стильные дети». Такие мероприятия проходят 4 раза в год и набирают популярность все больше и больше. Для того, чтобы провести время с пользой, участники приезжают со всего Амурского района. 5 номинаций – это будущие мамы, родитель и ребенок от 1 до 3 лет, вместе весело шагать, также номинация «Я сам» и «Слинга мамы». Но в этом году у нас также в данной номинации принимают участие папы, поэтому мы расширили данную номинацию и назвали «Слинга мамы» и «Слинга папы». Молодежные конкурсы, интересные игры, спортивные состязания, знакомства, танцы и новые знания с нетерпением ждут и готовятся как родители, так и их дети. Для ребят это шанс поучаствовать в марафоне семейных развлечений, как самостоятельно, так и со своими мамами и папами. Также в рамках данного клуба выходного дня для молодых семей Амурского муниципального района проходит марафон семейных развлечений, где волонтеры Амурского муниципального района подготовили различные мастер-классы. Это по настольным играм, дженга, пятница, твистер и так далее, а также различные поделки, оригами. Ну и, конечно же, для маленьких детей очень актуальны раскраски. За участие на станциях ребята зарабатывали жетоны, за которые в конце получали призы. Мы проводим игру дженга для детей и для родителей. Я в «Полезной субботе» уже второй раз. Я хочу так же, как в прошлый раз, чтобы было много народу, чтобы дети кричали, радовались, яркие глаза. Я люблю детей, люблю, когда они радостные, а не грустные. Когда, ну, волонтер – это что? Это помогать людям и также какие-то мероприятия просто для души. Конечно же, больше всего готовились родители, но они готовили и своих деток к модному дефиле в костюмах. Модные будущие мамочки и папочки не остались в стороне и тоже были в образах. Решили поучаствовать. Мы принимаем участие, кстати, уже не первый раз. Мы принимали участие в спортивных соревнованиях и в прошлом году в конкурсе костюмов тоже участвовали. В каких номинациях? В номинации, это же, кстати, мама и ребенок. Заняли, если не ошибаюсь, второе место. В прошлом году, да. В этой же номинации, надеемся на победу. Как вам, как вы считаете, что это «Полезная суббота»? Почему вы приходите? Для чего? Что это для родителей, что это для детей? Ну, это сближает родителей и детей. Проявление фантазии, творчества. Не знаю, это красиво. Вам нравится? Конечно, нравится. Оставить голос за понравившегося участника можно было во время проведения марафона семейных развлечений. До выхода на сцену будущие мамы, мальчики и девочки, а также их родители очень волновались, но выходя показывали себя во всей красе. Такие мероприятия для детей – это в первую очередь весело, они занимаются все спортивные участия, общее все, им интересно это, ну и для будущего развития. А для вас как? Для нас, ну, тоже хорошо. Что? Откуда вы берете фантазию? Интересно ли обратно? Ну, это у нас мама занимается этим делом, как бы у нее достаточно неплохо получается все это делать. Очень даже неплохо. Ну, скажите, что какие эмоции вы получаете по окончанию? По окончанию, ну, как, радостные эмоции, все классно, хорошо, красиво, то, что организация нашего города занимает такие увлечения для жителей, как бы, это очень даже хорошо. В конце показа все участники с нетерпением ждали итогов голосования. Победители по каждой номинации получили ценные призы, грамоты и только положительные эмоции. Спонсоры нашего мероприятия сегодня – это «Батуты», Зубков Андрей Григорьевич, также подарки АМК, Глазко Валерия Кирилловна, также для будущих мам и для слинга мамы мы подготовили подарки от салона красоты «Реснички Плюс», Елена Николаевна у нас индивидуальный предприниматель, также макияж Богданова Валентина,
Ну и также поработали с Амурск Космолэнд, тоже нам предоставили различные сертификаты для призовых мест. Такие семейные марафоны очень полезны как для родителей, так и для их детей. Развивают, учат работать в команде, а самое главное – сближают детей со своими родителями. Ирина Арабинская, Иван Манойленко, телеканал Амурск.